для научного сообщества это, в общем-то, одно из условий выживания, профессионального выживания, это постоянное общение друг с другом и обсуждение научных и околонаучных проблем. Был живой разговор. Я думаю, что он пошел на пользу и ребятам, которые здесь сидели в аудитории. Ну и, безусловно, я тоже много что для себя подчеркнул интересного из этого общения. Эта тема особенно интересна для меня, потому что я занимаюсь вопросами разработки новых движительных систем, да, то есть вопросами моделирования таких новых топлив. Определенно есть тематики, которые было бы интересно развивать, да, и взаимодействовать дальше с партнерами. Поэтому для меня это очень полезный и интересный опыт. Всегда приятно находиться среди людей науки. И мне, как практику, вдвойне, потому что, с моей точки зрения, сам факт того, что наука по-прежнему занимается аэрокосмическими исследованиями, ну, это очень знаковое явление. Сегодня оно знаково вдвойне. За эти полгода рассмотрен большой круг вопросов, связанных с наукой. Широкий спектр, от медицинских до космоса, к нам удалось познакомиться с интересными людьми, найти общие точки соприкосновения.